Майкротех, ультратех. 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 Попробуем его для начала разложить. Ой. О. Не для блондинок, видишь? Не для блондинок однозначно. С виду очень приятный. Заточка заводская? Да, завод. Ну, давайте попробуем. Так. Так, ну совсем не точно. Так, ну вот чуть посильнее. Ой. Ну, как это? Нетрудно видеть, что то есть этот нож объединяет недостатки все возможные. То есть стружка ломкая, толстая. При малейшем усилии происходит заглубление и скалывание. Ровного снятия добиться фактически невозможно. Мука. Мука. Длинные заломы стружек. Сколько? Один балл? Подожди. Ну, сейчас балл. На грифель выйдем. Один балл это китаец. Сейчас на грифель выйдем. Сейчас выйдем на грифель. Да, много движений. Много-много. И эти движения все слабо предсказуемые, понимаешь? Ну, Колышев ничего так получилось. Колышек-то ничего, но сколько усилий и времени на это затрачено. Но, собственно говоря, весьма ожидаемо он снимает грифель быстро и неглубоко. На этом мы закончим. Поставим ему твердую троечку, потому что все-таки точить таким карандашом это себя не любить. Точить таким ножом карандаши это себя совсем не любить. Троечник, в общем. Нож ПТУшник. Нож ПТУшник. Сложить его. О, удалось.